Прицельтесь по центру! Агент, внимание! Рядом с тобой есть эхо. Рядом с вами находится эхозапись. Я дал тебе шанс сотрудничать со мной, а ты вместо этого решил меня сдать. Ради всего святого, остановись! Тебе нужна помощь, ты же теряешь рассудок! Ты огрызаешься на человека с пистолетом. По-моему, это ты теряешь рассудок. Я-то как раз адекватен. Абсолютно. Подожди, я почти закончил. Сейчас буду. Не может быть, чтобы агенты спецотряда стали убивать друг друга. Неужели? Нет. Не может быть. Я не верю. Ладно, работаем. Устройство, на котором записали этот эхосигнал, похоже, было взломано. Я не могу установить личность агента. Если рядом с тобой есть комната охраны, можно попробовать провести визуальное опознание. Если только записи не стерли. Скачивай архивы службы охраны.
Осторожно, к тебе гости пришли. Скачивание завершено. Идет загрузка. Где-то рядом с тобой агенты первой волны, но они мне не отвечают. Не нравится мне это. Обнаружен активный эхо-маяк. Подтверждаю. Загрузка завершена. Атакую первую цель! Взять все под контроль! Что за херня? И с теми ты связался? Все это очень плохо. Чтобы агенты убивали друг друга, наплевав на свое задание, ничего подобного мы и предположить не могли. Черт. Агент, действуй с предельной осторожностью. Кажется, на тебя уже обратили внимание. Черт, да ты просто не поверишь. Он еще больше нигилист, чем я. Мистер Ротс, все понятно. Давайте просто поставим агенту запись. Но я согласна. Это нечто. До сих пор не верится, что за херню они устроили в этой темной зоне. Да, все на смарку. Я же им объяснил ситуацию, и все равно нас заставили отступить. Мы даже тела ребят не забрали. Да,
Такого не должно быть. Погоди-ка. Послушай, мы своих не бросаем. И этот город мы не бросим. Но те люди, с кем мы работаем, для них это в порядке вещей. Взять и кинуть нас все, если им покажется, что так проще. Послушай, я тоже не со всеми их решениями согласен, но... Я к тому, что пришло время нам их бросить. Их модель не работает. Нужно избавиться от нее, пока она не утащила нас на дно. Пока она нас не убила. Но это же измена. Это здравый смысл. Оглянись вокруг. Тут уже некого спасать. ОТД борется за Манхэттен, которого больше нет. Теперь главное — это власть. Власть и выживание. Эти люди, они обречены. Они. Но не я и не ты, если ты работаешь со мной.
тебя размажу. Всем группам. Зэки захватили медицинский центр на 26-й Восточный. Нужно выбить их оттуда. Слышь, что тебе говорят? Кончай придуриваться. А то придется тащить тебя. Патруль, зэки захватили заложников в парке на 26-й Восточной улице. Нужна помощь. Немедленно. Превосходно. Знаете, это дерьмовая работа, но меня чертовски радует, что я поддерживаю связь с такими, как вы. Радиомачты. Но тут уголовники, они повсюду. Мы у радиомачты. Но тут уголовники, они повсюду. Какого черта? Нас окружили! Нам нужно! Ну да, привет. Жду не дождусь, когда мы выбьем зэков с Лексингтона. Я так сдохну. Ради бога. Мы у радиомачты. Но тут уголовники, они... Ради бога, я прошу вас, отпустите его! Он же ничего вам не сделал! Thank you.
ты молодец, но нужно работать дальше. Подробности я не знаю, но Кендалл в восторге от того, что удалось найти в депо. Здесь в реальном времени отображается состояние инфраструктуры к югу от темной зоны. А это что? Синий работающий водопровод. Смотри-ка, Turtle Bay только что подключили. Вот это круто. Что ж, годится. А у тебя реально талант по этой части. Зачем Блиссу нападать на консульство? Зачем злить русских? Полюбуйтесь на этих красоток. Если у меня чего-то нет, то вам это и не надо. Никаких проблем. Увидимся. Изучайте. Где-нибудь ходили? Вам наверняка что-то приглянется.
Еще увидимся. Что вам показать? Лучше предложение вам никто не сделает. Снаряга, смотрите сами. Вы что-то подыскиваете? Упускайте свой шанс.